Мы продолжаем выпуск. Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мерикеп Шымбаев провел онлайн-встречу и личный прием с населением области. Граждане обращались с различными проблемными вопросами и предложениями. В конце приема были даны разъяснения по всем вопросам и обращениям. Также даны поручения соответствующим органам. На недавней встрече вы сами видели, было рассмотрено много вопросов. Среди них были вопросы промышленной безопасности и чрезвычайных ситуаций, противопожарная служба, вопросы трудоустройства. Вице-министр четко ответил на все вопросы. Если ответ был неудовлетворительным, мы еще раз дадим разъяснение в письменной форме. В целом, такие встречи сейчас проходят на уровне министерства, а потом мы будем решать на уровне области и города. Сейчас я сам разрабатываю планы. Подобные встречи будем проводить с жителями городов, районов.